Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем проходить игру «Как достать соседа». Со мной моя дочь Ксения. Ну, конечно. Ну, конечно. Вместе с нами еще Симбабуська, кот. Так, начать игру. Достать соседа. Так, мы это прошли, У нас вот эти, да, только не на 100%. Пикник на балконе. Пикник на балконе. Так, снова здорово. Смотри, толстяк убирал наверх, оставив холодный холодильник еды. А, полный холодильник еды. Угли шипят, сосед поглощает один сочный кусок мяса за другим, запивая стаканчиком винца. Вот это пир. Правда, он совсем забыл про Вуди. А у того уже пара горячих пакостей наготове. У тебя готовы пакости наготове? Да. Все, значит, мы будем пакостить. Давай посмотрим сначала, что он здесь делает. Так, мы где? Так, он пошел в холодильник, он мясо. Ага, тут кто-то должен быть. Там был сначала хрюшка. Что стряслось, бедная маленькая хрюшка? Он ее съел! Так. Мне даже стрелка не стала. А что мы тут можем сделать? Что-то взяли, так ага. Так, использовать спирт для растений на. А это использовать подкормку для цветов на. А у нас, смотри, тут попугай еще. Да-да. Нам надо вот здесь вот будет как-то заменить. Хорошо. Кстати, ты лайк поставили? Подписались? Да. А, поставить лайк и подписаться, да? Да. Обязательно. Конечно, да. Вот, дальше показываю. Да. Да. Давай, нам надо, чтобы он ушел. Так. Что мы тут можем напакостить? Мне немножко жалко с хрюшкой. Так, это что такое? Использовать уксус на мясо? Нет. Наверное, там наверху. Так, сейчас он у нас должен будет упасть. Мы что-то должны сделать с мясом. Поел мясо, да? Ладно. Надо его максимально разогреть. Иголки и что-то налили ему туда. Быстрее давай. Сейчас он максимально разозлится. Да нет, еще не максимально. Сейчас максимально. Да, когда пить начнет. Сейчас максимально. Подожди, он его возьмет и сейчас быстро пойдет туда. Мы не успеем ничего сделать. Так, вот он ушел. Быстрее, Вуди! Вот так.
там еще есть. Теперь мы можем взять огнетушитель. Смотри, а там еще цветок какой-то. Сейчас мы все это сделаем. Что-то ему там подложили. Да, что-то мы ему напакостили. Значит, там, ему потом надо еще потушить. Ага. Пойдет сейчас пивка попьет. Как же, мы смотри, мы туда уксуса, по-моему, налили. Смотри, на красные стали все. Сейчас он будет здесь кричать, орать и нервничать. Да, что у него дом сгорел. Ага. Ну ему там пьяный. Нет, сейчас еще, смотри, сейчас еще будет, наверное. О, сейчас цветочек запольет еще. Итак, пакость в радость. Смотри, до 94%. Ух ты, это хороший результат. О, невероятно, почти все серии сезона имели бешеный успех. Вам вручается статуэтка серебряного соседа. Спасибо. Видишь, нам только вот осталось от сезона-то вот, вот здесь вот только. Три сезона столько вот. Ой, третий сезон. О, у него подвал появился. Так, максимальная так оценка 60%. Так, 10 минут времени. Угу. Сосед за... Так, сосед затеял большую стирку. Надо перестирать все грязное белье и отдраить полы. После стирки белье надо высушить и выгладить. Ты чё легла-то? Ты зачем его легла на стол? Лежать. И выгладить. Он, посмотри на симбабусика, он и то не лежит. Ладно. Зная Вуди, сразу ясно, что у соседушки прибавится забот. Ну все, ты готова к пакостям? Да. Ну давай. Сейчас ему будет белье, да? Сейчас мы его постираем, белье. Сейчас мы его постираем. А что-то еще там слева. Так, подожди. Давай посмотрим, что он делает вообще. Чё, он берет. Попугай. А, это собака. Идет, наверное, вниз. А где попугай? Попугая нет было. Нету. Собака есть. Да. Так. Заправляет машинку. А что он так быстро-то? Ну, не знаю. Обычно в реальности они долго. И гладить. А где он гладит? А? Гладит. Вон там наверху. Нет, пока еще рано. Мы пока еще не знаем, что здесь надо взять. Ха. Так. Ха. А? Что взяли? А? Ладно. Так. Давай. Посмотрим, что у нас здесь есть. Не послышал, либо это реально что-то. Забурбокал. Или это собака?
Давай. Ладно. Упал. Че он там еще? Вон мы что наделали? Вино ему подлили, что ли там? Ничего нету. Так. Ой-ой-ой-ой. Еще есть. Да, тут целых 8 пакостей надо делать. А куда в другом сезоне вообще надо 9 было? Сейчас подожди, пойдет рыба кормить, что ли, или как? Когда максимально прыгнуть? Не знаю. А, это гол. Я пугаю, что это там будет? Что-то взяли. Да, что-то взяли. Так. А что нам надо сделать-то с тобой? Не знаю. Так. О, хрюшка! Бедная хрюшка была хорошая. И попугай тоже. На нее очень-то характер с нами, да? Опа, успели. Там и хвост зебры, там и хрюшка, там и голова оленя, там оленя, там и попугай бедный. Так, сейчас он белье развешает. Так. Он нас поймал. Да. Так, что-то у нас, что-то мы не доделываем. Так, вот здесь надо мешок проткнуть, что-то заставить их пылесосить. Так. Давай, давай, бери. Ха. Сюда берем. Ха.
Сейчас он придет. И мы напакостим, мы ему утюг перевернем и уйдем. Так, что нам еще можно взять? Ну, пойдем сюда. Так. Ты сейчас уйдешь наверх, а я тут буду пакостить. Давай, давай, давай. Когда наверх пойдешь? Где-то что-то я не взял. Сейчас, минутку. Давай. Так. Вроде пока неплохо, да? Начинаем-то. Подожди. Так, заменим провода. Разбросаем шарики. Давай, когда ты пойдешь? Вот это надо, наверное, порезать. Да, бред. Ну, я так думаю. Они будут здесь. Нет, а мне не телевизор надо. А, пылесос? Да, пылесос порезать. Вот видишь? Так. Упал. А зачем тут она еще нужна-то? Сейчас красный будет, мы знаем. Давай тогда вот так вот. Блин, попугай, не жалко, свиньи, попугай и все такое. Я успел. Мне кажется, вот здесь надо что-то сделать. И когда он отвлечется, там вот этот вот. Thank you.
там, видишь, слишком быстро их кормит рыба. Что-то я здесь не знаю, не понимаю, или что-то не так делаю. Надо, чтобы он... Потому что здесь мне нигде не спрятаться. Ну давай быстрее уходи. Вот это использовать плоскогубцы на... На что? На что использовать? Использовать таксовок для ковыряния в земле. Так, значит, что-то надо сделать. Да. Только что? Так. Посмотреть на рыбий корм. А что мы туда можем добавить в рыбий корм? Что-то мы должны взять, что ли, пыль отсюда. Посмотреть на дырявый пыль, что мне на него смотреть. Что мы тут можем взять? Сейчас... Посмотреть на Сьюзи в новом городе. А, вот здесь сюда мне надо. Сейчас. Ну давай быстрее. Давай. Гор земли взяли зачем-то. Так. А что мне плоскогубцами-то надо сделать? Что-то тут надо сделать? А что сделать? Я не понимаю. Ой, нет. Землю, куда мне землю-то? Землю, наверное, надо рыбкам. Не рыбкам? А что тогда им надо? Ну я даже не знаю, что еще надо-то. Еще ни разу не развился. Да подожди, еще 4 пакости. Еще 4 пакости. Я даже представить себе не могу. Что можно там на пакости? Где? Землю разбить. Сегодня у нас видео продлится немножко. Так. Не так долго. Вот смотри, он быстро, видишь, рыба кормит, да, чтобы он там на рыбках этих застрял, чтобы мы успели еще показать. Но чтобы он на рыбках застрял, что сделать-то надо? Что? Открыть ящик. Просто открыть ящик. Нет, тут что-то где-то. Где-то что-то мы с тобой не знаем. Посмотреть жердочку. Но мы оттуда с тобой уже все взяли. Открыть стиральный порошок. Нет, я под кроватью. Надо, когда он одежду повешат туда. Так. Так.
Давай, открывай стиральный порошок. Так. Все. Стиральный порошок мы взяли. Так. Так, куда ему землю насыпать? Ты же сказал, когда на белье повешать. Нет. Белье повешать там что-то другое. Да. Как нет-то? Я даже не знаю, что тебе еще. Зачем поскобуться-то нужны? Во! Что-то мы ему напакостили. Надо еще две сделать. Вот почему. Сейчас мы порошок что-то сделали, там сделали две. Осталось только над рыбками и вот здесь вот белье ему изгадить. А может под рыбкам вот эти белые точки? Нет, нет. Да, вот порошок вот этот. Сейчас будет тебе там. Смотрим. Сейчас. Это еще цветочки яблок. Сейчас такое будет. Так, а куда мне землю-то надо? Так, 5. Сейчас вот будет 6. Он рыбок пойдет кормить. 7, 8, 9. А мы в это время с тобой. Вот видишь, мы успели, он там пока с рыбками возился, психовал. Мы ему посмотри, что сделали. Сюрприз. Давай, а куда тебе надо-то? А может быть землю? Хорошо. Беги! Так. Вот сюда надо. На ковер. Ничего страшного. Мы успели. Сейчас. А мы уже разрезали бы что-то. Вот 88%, да. Ну, как-то так. Ну что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки и играйте. Соседа. Как достать соседа? Ну, если вы хотите. Но не пакостите. На этом все. Пока.